густой, сытный и ароматный суп получается таким вкусным, что съедается даже тарелка. Да, 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 ведь тарелка для этого супа необычная, хлебная. Это блюдо вряд ли оставит кого-нибудь равнодушным. Во-первых, это необычная подача, во-вторых, это вкусно. Рецепт приготовления чешского супа в хлебе достаточно прост. Если вы не смогли найти такие булочки для супа, то вы можете сами испечь их по вашему рецепту дрожжевого теста. Можно испечь булочки, а можно сразу тарелки. Для этого оберните тестом смазанные маслом горшочки и испеките, как обычно печете хлеб, а потом просто срежьте крышку. Если ваш суп получится слишком густым, просто разбавьте его сливками. Но помните, он не должен быть очень жидким. Если вы решили добавить чеснок, его лучше всего измельченным обжарить с грибами и луком. Итак, рассказываю, как приготовить чешский суп в хлебе. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подготовим овощи для супа, почистим лук и картофель, помоем грибы, все это нарежем небольшими кубиками. Поставим варить картошку в слегка подсоленной воде. Поджарим на сливочном масле грибы с луком и в конце добавим муку, хорошо размешивая, поджарим 1-2 минуты, затем добавим сливки и доведем до кипения, все время помешивая. Обжаренные грибы с луком и сливками добавим в кастрюлю с картошкой, посолим и поперчим, добавим сыр, нарезанный кусочками и варим до готовности картофеля. Подписавшимся, больше вкусностей. Для этого супа великолепно подойдут булочки из муки и грубого помола или с отрубями. Срезаем с них верхушку и ложкой вынимаем мякоть. Не нужно выскребать всю мякоть, аж до корки. Разогреваем духовку до 200 градусов и ставим в нее хлебные тарелки, чтобы они немного подсохли. С помощью блендера взбиваем суп до однородного пюре и наливаем в хлебные тарелки. Нарезаем зелень и посыпаем суп. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Вот что нам понадобится. Грибы, 400 грамм. Картофель, 3 штуки. Сливки, 200 миллилитров. Лук, 2 штуки. Мюка, 2 столовые ложки. Сыр, 75 грамм. Масло сливочное, 75 грамм. Чеснок, 1-2 зубчиков, по желанию. Зелень, 30 грамм. Укроп, петрушка. Соль, 1 чайная ложка. По вкусу. Перец черный молотый, 1-2 щепоток. Вода, 1 литр. Суп не должен быть слишком жидким. Количество порций, 4-5. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. До свидания, друзья!